С вами лаборатория простых вещей. Меня зовут Иван. Сегодня мы будем варить станину для вот этой вот машинки, бортопрошивной версальки. Здрасте! Вот она, наша красавица. И вот такие вот у нас есть железки, обрезки, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы сварить мобильную станину. Все будем делать в стиле «я его сварила из того, что было». Вот, берем то, что было, наверное, вот как-то так приварим, это будет основа. Потом здесь сверху пойдет вертикальная палка, на которой будет держаться сама машинка. Ну, а дальше посмотрим. Общая высота станины должна быть примерно 65 сантиметров. Отмечаем. И отпиливаем. Станина будет стоять вот примерно вот так вот, и я хочу немножко увеличить площадь опоры, чтобы увеличить устойчивость этой конструкции. Поэтому я приварю еще вот такие вот дополнительные кусочки вот здесь, вот здесь будут три точки опоры, чтобы на любом, даже в самом неровном полу, эта станина не шаталась. Чтобы наша станина была еще более устойчивой, например, на поверхности, которая немного выпуклая, под каждую из точку опоры мы сделаем вот такую вот отдельную ножку. Тогда она будет гарантированно стоять на любой неровной поверхности. Теперь осталось самое ответственное
и высокоточные манипуляции. Нужно приварить крепежную площадку, к которой будет крепиться сама машинка, но предварительно просверлив в ней отверстия, совпадающие с крепежными отверстиями на самой станине. Ну вот, совсем другое дело. Осталось только приварить. Вот осталось только покрасить. Вот такие вот у меня получаются швы. Сварщикам лучше на это вообще не смотреть, во избежание неприятных ощущений. Сейчас чуть-чуть облагородим и будем красить. Немного зачистил заусенцы, всякие острые углы. Облагородил, обезжирил. Можно красить. Я, слава богу, не перфекционист. Я люблю, чтобы все было удобно и надежно. Вот. А тратить свое время на какие-то идеальные там швы или покраску я не буду. Ну, просто покрашу краской. Это краска 3 в 1, которую можно наносить прям по ржавчине. Ну, будет цвета точно такого же, как машинка. Вот такой вот конечный результат у меня получился. При всей изящности это довольно устойчивая конструкция. Вот, за счет трех точек опоры она стоит практически на любом, даже неровном полу. Я, в принципе, не хотел, как многие это делают, привинчивать эту машинку к одному из столов. Вот, потому что предположительно я буду ей пользоваться только по назначению, то есть для пришивания низа обуви в борт. И это я буду делать довольно редко. Вот, поэтому мне нужно, чтобы я мог взять и просто унести эту машинку в то место, в которое мне это удобно. Поставить в уголок, чтобы она не мешала. А когда нужно, достать ее и пользоваться. Примерно так я буду выглядеть при работе за этой машиной. Стоит вполне устойчиво, дополнительно можно еще придерживать ногой. Мне все нравится, по-моему, идеально. К следующему видео я ее настрою, опробую и поделюсь с вами впечатлениями о работе на ней. Не пропадайте!